Привет, под прошлым видеороликом я сказал подписаться на канал и оставить свой ID, и у тебя появится шанс выиграть 500 алмазов на свой аккаунт. Итак, давайте проверим, кто сегодня у нас выиграл алмазы. Мы сейчас копируем эту ссылку и переходим на рандомизатор. Далее, ребята, мы вставляем ссылку, и сейчас у нас пошел поиск комментариев. Вот и победитель, друзья, Рафаэль Беняков. Так, вот его ID, на канал он подписан, поскольку этот рандомизатор проверяет только подписанных людей на канал. Ну, собственно, его ID я скопировал, дальше вставляем его вот сюда и донатим ему 500 алмазов на игровой аккаунт. Итак, друзья, вы видите чек, оплата проведена, вот алмазы 520, плюс сверху еще 20 алмазов. Поздравляем победителя. Ну, а если ты хочешь также попытать свою удачу и посмотрим, кто выиграет в следующем видеоролике. Обязательно, ребята, нужно подписаться на этот канал и в описании оставить комментарий со своим ID. Лучший из вас рандомщик выберет, и мы отдадим приз в следующем видеоролике. Ну а пока, погнали к просмотру. И снова здравствуйте, друзья, добро пожаловать на канал Трэшера. Друзья, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что не перестаете удивлять меня своим активом. Практически каждый видеоролик набирает то количество лайков, которые я прошу. И, ребята, хотелось бы набрать на этом видеоролике где-то... Я не буду больше просить, так как я знаю, вы на изи набираете там 10к. Давайте наберем 6000 лайков и уходим в следующий ролик. Вот. Сегодня, друзья, мы будем открывать алмазный джекпот, который у нас буквально вчера обновился. Туда добавили, ну... Такое нормальное, приличное оружие. Сейчас, блин, получает главный приз набор. Блин, почему у меня... понятно. У меня, по сути, должен открыться джекпот. Сейчас тут пропуск пройдет. Ну, все, пропуск прошел. И я хочу, чтобы просто меня не звали. Сюда я кликаю. И сейчас открывается пропуск. Черт побери, блин. Так, ладно, ребят, пускай так будет. Мы тогда зайдем быстренько в соло. Надеюсь, нас никто приглашать не будет. Заходим в джекпот. И оля! Фантом и Ниньян. Ну, Фантом и Ниньян назвал, блин. Ну, пушка и Ниньян. Петух, как мы все любим, P90. Называем петух, да. Сегодня, ребят, мы будем его крутить. У нас ровно 6500 алмазов. Пускай будет так. Смотрите, ребята, пушка это легендарная. Ну, не легендарная, а желтый мне светится. Так, и понятное дело, если нам выпадает желтенькая, то нам выпадает бочка. То есть, по сути, эта пушка нам выпадает вообще неожиданно. И так что давайте первую 400 мы отдаем... Вы все прямо сейчас, вот, ребят, без шуток, прямо сейчас, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на канал или нет. Если вы подпишетесь, это мне выпадет, и вам тоже, когда вы будете крутить. Так что подписались, лайк поставили, поехали. Поехали, ребят, крутим первые 400. Как я говорил уже, выпадает золотое, не золотое, это будет неожиданно. Но я вижу, уже на время выпало, то есть тут билетик не дает и тут не выпадает. Так, да, вот мне спамит, смотри, я его сейчас ник найду, вот кто этот спамит. Вот смотри. Ага, АВР Димаш, все. Я его с друзей удаляю, все, он у меня друзья больше не будет. Не делайте так никогда, ребят. Никогда так не делайте. Окей, ребят, давайте отдаем еще 400 алмазов и крутим. Лайк и подписка с вас. И она выпадает просто. Чекайте. Так. Так. Ничего. Нет, увы, не выпадает. По скинам мне отсюда осталось выбить лишь вот этот один спас, чисто для коллекции, в цифровое вторжение. Но его нет, увы. Его нет. Надеюсь, хотя бы сейчас выпадет. Либо этот спас... Ну, Фантом, ребят, это главный джекпот, и не Ян. Давай. Так. Тут тоже на время выпадает. Чё? У меня желтым не светилось. Чего? У меня разве желтым светилось? Блин, я упустил этот момент. Правда, ребят, упустил. 5300 алмазов. Окей, ребят, идем дальше. Опять-таки крутим. Уже 50 лайки у нас. И тут оно... Опять на время. Опять на время, ребята, и, к сожалению, тут тоже не выпадает.
Увы, что поделать? Что поделать, что поделать? Мы, если сегодня, ребята, останутся алмазы, будем крутить этого серебряного орла. Да, через 2 дня этот джекпот тоже обновляют, и у меня его нету. Если останутся, будем его тоже крутить. Ладно, поехали. 400 прокрутов. Ой, блин, 10 прокрутов. Ну, по сути, 11 получается. Давай, давай, родненький, давай, давай. Ну, блин, опять на время. И дробаш не дал. Обидно. 4500 уже. Очень обидно, ребят. Что делать? Что делать, ребят? У нас нет никакой тактики. У нас тактики нету для выбивания этого джекпота. Есть тактика, есть, ребят. А тактика в чем заключается? Вы должны просто подписаться на канал. И все. Изи. Ребят, я очень хочу набить 200 тысяч подписчиков побыстрее. Пожалуйста, помогите мне с этим. Вам же не сложно. Крутим. Я отдаю 400. И вот тут оно выпадает. Оно выпало! Оно выпало! Оно выпало! Оно выпало, оно выпало, все. Я же сказал, оно тут выпадает. Ребят, это все благодаря вам. Если вы успели подписаться, даже сделали это все, как я сказал, оно вам тоже выпадет. Да, посмотрите, какой сок. Можете его на превью поставить, ребят? Где-то, ну, вот так, да? Вот так на превью поставим. Да, оно круто выглядит. Еще спас выпал, причем 2 раза. Блин, сколько я его крутил. То есть, все, смотрите, с этого джекпота у нас все, все имеется, просто все. Все у нас в коллекции есть. И у нас остается еще 4000 алмазов. Это означает что? Правильно, это означает, что мы сейчас будем крутить также алмаз джекпот, которого у меня нету. Так, давайте посмотрим его у нас в коллекциях. Где-то он... Нет, не тут. Где у меня? ППшки. Вот, ППшки. Где-то тут должен лежать. А, какой. Анимация, ребята, очень прикольная. Вот единственное, что мне не нравится. Вот, смотрите. Так плоско прорисовано. Я не знаю, это так и должно быть или нет. Но я критиковать это, конечно же, не буду. Потому что я даже так не смогу это сделать. Ну, это действительно очень круто, ребят. Скин мне очень нравится. Прям жесть. Урон 2, перезарядка. В принципе, все, что нужно для этого оружия. Для петушка нашего. У меня не было скина еще навсегда на P90. Заметьте, теперь есть. Теперь появился. Хоть разработчики начали добавлять скины на пушки, которые, скажем так, мало используются. Вот посмотрите, дробовик раньше практически не использовался. Сейчас все начали с него играть. Смотрите на эти скины просто. Если спросят, назови мне настоящего коллекционера дробаше, ребят, вы знаете, что ответить. Вы знаете, вы можете смело назвать это трэшер. Вот. А мы тем временем идем открывать алмаз джекпот. Вот. Вот такая вот прикольная анимация. У нас мужик есть, мы уже мужика убивали, так что погнали выбивать, ребята, бабу. Надеюсь, хватит у нас 3500 алмазов. Тут уже должно светиться золотым светом, потому что это уже легендарочка. По сути, это уже легендарочка идет. Плюс 52, так. Да, это легендарочка. Также может тут же магический куб выпасть, ребят. Так, где-то у нас... Отдаем еще 500. То есть мы сейчас можем еще 6 раз прокрутов сделать. И посмотрим, выпадет или нет. Тут тоже у нас не выпадает, потому что не было свечения. Не было свечения. Тут даже гранаты нету, ребят. То есть, по сути, получается, нам выпадает либо куб, либо это баба. Крутим. Крутим, так сказать, бы. И нет. Опять-таки нету. Ну, выпадает нам вот эти фрагменты там. И дополнительные нам выпадают вот эти талоны, ну, жетоны обмена. Давайте за тупо, за бесплатные прокруты попробуем, ребят. У нас 4 билета есть. Крутим. Нет. Тут нет. Давайте. Крутим. Тут тоже нет. Там даже на английском написало. И последний бесплатный талон. Нету. Меня тоже баба уже раздражает. Поменьше надо. Мне кажется, шумы нужно серьезно убрать. Давай! Блин. Еще 3. Нет,
Три прокрута остается, да. Ребят. Давайте по той же тактике. Вот прямо сейчас вы проверяете эту кнопку подписки. Я уже, конечно, заколебался это говорить, но, ребят, так надо. Я хочу 200к добить. Плез, помогите. Проверяйте кнопку подписки. Подписаны ли вы на этот канал или нет. Если нет, подписывайтесь прямо сейчас и продолжаем смотреть. У вас это займет 5 секунд, ребят, всего лишь. Вот. А я сейчас кручу, и оно выпадает. Это тактика, ребят, это тактика. Оно выпадает. По-любому что-то золотое выпадает. Чего нафиг? Какого черта? Что происходит? Серьезно, магический куб выбили? Ошалеть! Ребят, ну вы топчики. Я хотел сказать, если выпадает, можете смело отписываться от канала. Если вам что-то нужно выбить, подписывайтесь на этот канал и выбивайте на здоровье. Ля, просто тупо магический куб. Ребят, спасибо огромное. Спасибо вам от души, огромное спасибо. Еще лаки не обновился. Алло, мы можем крутить дальше. Так, отдаем наш билетик. Давай, нет. Нет, тэквондо. Так, по сути, еще два прокрута осталось. Два. Смотрите. Отдаем. Не, ну это было круто. И в последнем прокруте оно выпадает. То есть скин на бабу должен все-таки выпасть. Блин, ну два дня осталось. Ну камон. Так, я сейчас выйду в лобби. Да, в лобби выйду, подожду. Там чекнем, там залетай и так далее. Потом захожу обратно в джекпот алмазный. Кручу, верчу, запутать хочу. Давай, золотой, давай, родненький. Нет. Обидно. Ну, мы 400 жетонов так это нафармили. Слушайте, это не последнее. У нас еще 5 попыток осталось. Чё? Ребят, вы просто топчики, отвечаю. Ошалеть. Спасибо, ребят. Вы просто молодцы. Так, я этот закрою вот так. Да. Давайте профиль чекнем. Фантом. Сейчас. Фантом из джекпота. Магический куб. И та баба джекпота. Ошалеть. Просто лучшие, ребят, отвечаю. Вы топчики. Сейчас мне там по-любому кто-то напишет, и что там. Куб выпал и так далее. Ну, нет, никто не написал. Давайте чекнем еще магазин. Ребят, если вам выпал куб, так, не магазин, а склад, мне нужно обменник чекнуть. Если вам выпал куб, то знаете, что нужно делать? Не спешите его обменивать. Не спешите. Можете подождать, пока что-нибудь новенькое завезут. Ну, хотя, в принципе, я бы на этого обменял. В принципе, можно было. Злой шут. Это еще старые клоны, ребят. Еще самурай мне очень нравится. Очень нравится. Вот эти сеты, ребята, я бы вам тоже посоветовал. Ну, на парня у меня, ну, на мужика, да, уже есть. Ну, очень круто выглядит, согласитесь, ребят. Так, что делать дальше? Выбили куб, выбили по 90, выбили и так далее. Ребят, если вы хотите продолжение, если вы хотите, чтобы я открыл, к примеру, вот все эти лутбоксы, которые у меня есть. Вот. Их очень много, ребят. Очень-очень много. Я еще поднакоплю их. У меня нету большинства лутбоксов, которые тут есть. Смотрите, просто чекайте. У меня их просто тупо нет. И мы сегодня пополним коллекцию. Ну, если вы хотите, чтобы я этот видеоролик выпустил, то давайте, ребят, 6к лайков набираем на этом видеоролике. Обязательно подписываемся, ребят, очень хочу 200к быстренько набить, там надо обогнать кого-то там, вот. А на этом все, всем спасибо огромное за то, что просмотрели эти ролики, вот этот ролик. Спасибо, что подписались, не забываем про лайки, ребят, приходите на стримы, чтобы не пропускать стримы, нажмите на колокольчик, и вы будете первыми залетать и писать в чат, что вы залетели первыми, да. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.